ваши комментарии к матчу. Обидное поражение. Ребята, опять расстроены, как после Смоленска? Конечно, расстроены. Не забитый пенальти, не реализованные моменты. Ну, сами виноваты. Ошибки в обороне не позволили нам выиграть всю игру. Начали немножечко скованно, показалось, с чем это связано? Мне показалось, что с недооценкой соперника, хотя делали все меры, чтобы этого не произошло. Люди смотрят в таблицу, и им кажется, что команда слабая. Ну вот. Хотя настраивал их перед на установке и вообще и вчера еще на разборе игры. Что много, несколько футболистов опытных, которые ведут игру в составе Волжского, и сплав молодости и опыта. И знали, что играют на ответных быстрых атаках. К сожалению, третий мяч пропустили в данной ситуации. Не выполнили установку. Артур Рустамян, он как лидер у вас сейчас получается в команде? Ну, по Артуру особый вопрос. После того, как он не принимал участие в тренировочном процессе с основной командой, сейчас начинает возрождаться, и мы должны ему помочь в этом, чтобы он стал на прежний путь профессионального футбола, в общем-то, и заиграл. Он может играть. Сказывалось, чувствовали вы, что это уже третья игра, по сути, за неделю? Может быть, это эмоций не хватало, сил, может быть, где-то? Ну, к сожалению, да. Я уже тоже в раздевалке сказал, что не хватило эмоций в конце. Не у всех. Некоторые были настроены, некоторые, к сожалению, вяло текуще как-то проводили матч. Будем разбираться, посмотрим видео, покажем. Тренировочный процесс сейчас отдохнуть чуть-чуть дадите? Ну, дифференцированно, потому что сейчас готовимся уже к следующей игре. Те, кто не получил практики, будут тренироваться, а эти игроки, они, в принципе, и эту неделю проводили все в поддерживающем режиме. И я не думаю, что это как-то сказалось. Не должно сказываться, футболисты должны играть за 8 дней 3 матча. Ну, нормальная ситуация. Если не берем Артура, по сути, мы сейчас остаемся без поддержки опытных игроков из главной команды. Как вы чувствуете, готовы к этому команда играть своими силами? Да, мы к этому готовились, и на сборах готовились без участия основных игроков, из основного состава играть. С другой стороны, это шанс для ребят проявить себя, доказать, что они тоже могут играть.